Всем привет, друзья! Мы в новом свете. Сегодня... Какой же сегодня? 3 мая. 3 мая сегодня. Крым. Погода хорошая. 24 градуса тепла. Вода 5 градусов. Ой, 15 градусов. 5 градусов. В общем, тепло. Ну, сейчас уже вечер. Днем еще немножко было потеплее. Мы идем на гору Капчик. Прогуляемся, посмотрим, что там происходит, как дела, что творится. Вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я немножко не бритый сегодня. Привет, это я. Кстати, тут перед входом в Можжевелку уже заделали новую дорогу. Видите, как Россия... Дороги, там дела это все делают. Ну, как-то так. Вообще в Крыму много чего делается до сих пор. Уже 10 лет, да? Все до сих пор что-то там делают. Выделяются деньги какие-то. Реконструкции всякие. Так, это уже у нас вход в Можжевеловую рощу. Здесь у нас вход в Можжевеловую рощу. Заказник Новый Свет. Вот такие вот ворота сделали. Прикольные, чтобы можно было свободно проходить. Но машины тут уже не проедут. Только нужно специально открывать эти ворота. Для проезда, для каких-то технических моментов. Для скорой там или для ремонтов всяких. А здесь прям при входе туалеты, друзья. Здесь уборщица отдельно, туалеты бесплатные, то есть и бесплатно там уборщика тоже оплачивают, ну, с государства, госбюджета. Вот так вот, так сказать, ну, поддерживается, можно сказать, курорт, что ли. Что можно... Есть такие вот бесплатные вещи. В западном мире, конечно, такого вряд ли встретишь. Сейчас закрыто. До 7 или до 6 работает. Здесь, кстати, сделали этот самый, как его, водичку можно попить. Сейчас закрыто. Под этой штукой. Водичка такая вверх течет. Погода просто обалденная. Сейчас-то, хотя вот на днях был сильный ветер, уже все распогодилось, ни ветра, ни туч, сплошное солнце. Вот так, вон он, класс бьет. Лисичка побежала, ну не знаю, ладно, схожу за ней. Короче, если что, если я найду ее, можете мне лайк поставить. Иди сюда, иди. Сейчас покажу, где она. Вон, сидит. Хотя они вечером уже, когда солнце садится, в основном ходят. Иди. Смотрит. Внутри сидит. Чё смотришь? Так, сейчас попробую поближе подойти. Если она подпустит, конечно. Вообще у нас лисы давно лазят. Но подкармливать их стали года 3, что ли, назад. Ты чё такая грязная? А, это девочка. Какая-то грязная, тасканная, видимо, рожавшая, там уже пузо у нее в этих в оттянутых, не будем подробности упоминать, как это не называется, соски или, короче, ладно. Побежала.
Но они в основном здесь вот тусуются, да, в этой местности. Я как помню, сюда еще в детстве ходил постоянно. Голодные. Тут, наверное, есть-то нечего. Не знаю, чем они питаются. Когда их не подкармливают. То бывает, выйдут на дорогу прям. Ладно, идем дальше. Каралу-Аба. Тропа Голицына. Такие штуки интересные. Да, кстати, кому нужно жилье в Новом Свете, можете в описании заглянуть. Там есть небольшие на 2-3 человека, есть большие номера. Мы подходим к горе Капчик, и здесь стенд поставили про кино. Тоже это все при России было сделано. Тут, например, Спортлото 82 было снято. «Любовь к ближнему», «Мадам Тайма», «Мадам Вонг», «Пираты 20 века». Вот. Так, вот, смотрите, вот эту вот гору запомните, мы сейчас сюда идем. «Анна Каренина», вот этот царский пляж с той стороны. «Акваланги на дне». Так, и 3 плюс 2. Конечно, 3 плюс 2 все знают. Ну, если не знаете, посмотрите. Прикольная комедия для досуга. Просто легкая комедия, обалденная. Сейчас таких не делаю, так что если хотите там хорошо провести время, обязательно включайте 3 плюс 2. Я вам все... Это не прикол, это серьезная, серьезная прикольная комедия. Ну, не серьезная, но я серьезно говорю об этом. Качельки тоже. То на третий год, по-моему, при России их еще сделали. Тут, конечно, такие мощные они. Достаточно денег стоят. А штиль капец. Я сейчас только заметил, насколько сейчас тихое море. Только-только вот на днях был шторм. Позавчера. И вот вам, пожалуйста. Так. Друзья, к вам вопрос большой. Когда можно считать, что в Крыму большие толпы? Сколько людей мне нужно насчитать? Вот это мне интересно. А то я в том году как-то выходил, говорю, пусто как-то, как-то пусто. Мне говорили, да нет же, ты выходишь не в то время. Где ты берешь эти кадры? Ты зимой снимаешь или нет? Короче, сколько мне нужно насчитать, чтобы людей было много? Вот большой вопрос. А то у нас блогеры любят найти какую-нибудь толпу и это самое, и где-то и рассказывать, как здесь много людей. Вот. Хотя это, в принципе, для местных тоже, наверное, как-то... Может, это местные пишут, что, мол, вот, люди едут, а ты пишешь,
ты рассказываешь, что людей нет. Наоборот, мне кажется, когда людей нет, тогда хорошо приезжать в Крым. Ну или вообще в курортные места. А то когда толпы. Когда толпы, люди все спрашивают у меня, где же есть такие места, где людей нету. Такие фироги. Кстати, тут сделали вот еще дополнительные скамейки. Не хватало, видимо. Ведь это уже в этом году сделали скамейки. Пока меня не было. Уже после Нового года. Вот такие вот табуретки. Конкретные такие. Из бетона. Это что, старенькие табуретки. Мне вот эти вот прикольно выглядят. Из половины стебля дерева. Надо слово стебель запретить. Короче. Стульчик. Посмотрите, какое море. Обалдеть. Вот сейчас вот приезжать отдыхать. Это просто балдеж. Особенно в Новом Свете. Кому надоел город, приезжайте. Ну, города тоже у нас курортные, неплохие вообще в Крыму. Ну, Новый Свет — это такой релакс, медитативный, красивый, уникальный поселок. Уникальный он тем, что здесь цветет можжевельник, и поэтому здесь роща, здесь заказник, как заповедник почти. И поэтому целые горы, целые бухты, они в полудиком состоянии. Вот. Насколько это прекрасно в наш век, когда везде все строят. Крот Голицына, тропа Голицына. Налево. О, поехал куда-то. Так, я узнал про экскурсии. Короче, у нас небольшие катера такие, ну, типа большой лодки. Стоят 4000 индивидуально там за катер. Там экскурсия, прогулка, там минут 40, около час, что ли. Ну, около 40 минут, короче. Если надо. Есть дядя Вова, которого все знают уже. Если не знаете, то смотрите предыдущее видео. Или можете мне тоже позвонить, если в Новом Свете будете. Я к нему вам отведу. Вас отведу. Кстати, вот когда солнце садится, много людей приходят сюда. Смотреть на закат. Сейчас я вам покажу все. Вот. Раз. Там левее. Ой, вернее, правее. Два. Сейчас дальше идем. Смотрите. А, там съемки какие-то. Короче, вот эти табуретки, они бесполезны. Вот здесь не будет сидеть никогда никто. Потому что все сидят в основном на ту сторону смотрят. Вот вам
еще. Потом еще люди. Так. Не знаю, у меня такие мысли. Короче, возможно, я буду, ну, если не каждый день, могу каждый день, в принципе, снимать. Могу через день, ну, как получится. Такие небольшие, коротенькие обзоры, что происходит. И вот, какая погода. Хотя тут может каждый день погода меняться сейчас. Вот, смотрите. Это уже много или нет? Нормально? Отлично. Вот там на стенде была фотография, я вам говорил. Сюда идем, вот, мы уже пришли. Друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. Спасибо большое, кто ставит лайки, пишет комментарии. Вот, это надо не мне, это нужно площадкам, тем, которые показывают мое видео, чтобы видео еще кому-то другому показалось. Так что все в ваших руках. Ну, если не нравится, можете не нажимать ничего. У нас много блогеров, да, которые, в принципе, зарабатывают на этом. Я-то ничего не зарабатываю. Пока-пока. Еще увидимся. Заходите, там предыдущее видео классное есть. Смотрите. А тут что-то как-то мало, большие видео там я классное выпустил. Что-то как-то мало посмотрело. Заходите, там обалденно.